Брачный период у горных козлов длится с декабря по январь. Как и у многих других видов, право на размножение получает доминантный самец. А доказать этот статус горный козел может только в бою. Чтобы определить сильнейшего, самцы сходятся в схватке один на один. Главное оружие в поединке – их метровые изогнутые рога. Рост самцов, как правило, превышает 1.5 метра. Весят они около 100 килограммов, 15 из которых приходится на рога. Вставая на дыбы, они с неистовой силой бросаются на соперника. Понимая, что силы не равны, один из них признает поражение. В этой схватке пострадало только его самолюбие.